стволом, не семафорим. Поэтому у меня ствол опущен, и теперь я начинаю нарезать перо. Что я делаю? Я смещаюсь, поднимаю оружие, беру его на линию прицеливания в нашей своей позиции, вот не маячая никакими локтями, начинаю медленно, вот на коротком расстоянии, начинаю вот так вот потихонечку появляться из-за угла. Вот. И вот с этой секунды я вот выхожу сюда и становлюсь на одно колено. Почему я ухожу вот сюда вот? Угу. Напоминаю, чтобы вы не споткнулись об мои ноги. Угу. Когда ты подойдешь сзади, ты встанешь здесь, но ты не споткнешься об мои ноги, и особенно, когда будешь делать рывок туда. Угу. Поэтому я должен уйти не здесь вот остановиться, вот тут вот, угу. А вот все-таки выйти вот сюда чуть-чуть, да, вперед. Понял. Вот этот момент обязательно запомните, иначе постоянно будем спотыкаться друг от друга. Вот такая схема. Так, напоминаю, потом, давай сделаем. Нарезание пирога сделать следующим образом. С момента, когда я встал в эту позицию, я увидел, что ко мне подошел, почувствовал, что ко мне подошел второй номер, я начинаю двигаться. То есть я занимаю позицию, стойку, и начинаю смещаться из угла, аккуратненько нарезая пирог. Вот, все, я вижу. Нежно, а не резко. Быстро и плавно. То есть должен контролировать ситуацию. И вот в эту секунду я выбежал и встал на одно колено. Все. Угу. И мне тогда потом подходит надо мной второй, и вот так вот смотрит, контролирует каждый свой сектор. Угу. А потом уже смещается сюда. Все. Пробуем.